Всем приветик, Баба Вера опять с вами. И вот сегодня мне предложили, короче, хлеб, вино. Это как в церкви, там, да, хлеб едят, венцом освящается. Или как? Короче, не знаю. Хлеб, я уже какой-то клип смотрела. Ну вот не могу вспомнить, какой я клип смотрела. О, в 17 лет и такая плохая память, что-то не пойму. О, ну не вспомню этот, какой я клип смотрела. Короче, смотрим сегодня. А то память напрягаю, что плохо станет. Поехали. Умные, не повторяйте за дядями. Они взрослые и глупые. В этом я не сомневаюсь. Не выбирал, кто-то решил за меня, и летят теперь года, их нельзя вернуть назад. Дайте в руки этот пульт, дайте паузу нажать. Хочу пить вино и всю ночь не спать. Хочу пить вино. Лирический такой трек, да? Полная неожиданность. Трек со смыслом. Ой, с ума сойти. Рано повзрослели ребята, да? Я бы тоже не против. Ну, можно в Вегас съездить, винца попить, погулять, не спать всю ночь. Я бы тоже не против. Как подумаю, сразу такая грусть одолевает. Ведь не попадушь туда. А так бы... Ох, и гулянула бы. Ой, хочется всю жизнь быть молодой, а не такой вот старой уже этот. А так тянула на пудри и моталась, где хотела. Хочется быть молодой. Так ребята, конечно, сделали годный клип, как они говорят. Годный, годный. Очень душевненько так вот. Понравился мне клип. Ну, конечно.
завидую. Тоже хочется пить вино, не спать всю ночь, погулять. Да, старость не радость. Пока-пока. До новых встреч. Okay.